Всем приветики! Сегодня будем выравнивать волосы. Я вчера нанесла масло и по чуть-чуть волосы оживила перед тем, как буду над ними издеваться. Огромное спасибо Викусе за ее подарок. Мы будем его сегодня тестировать. Из Avon термозащита, Vitex кератин, Биолита или Биолита, не знаю, как правильно прочитать, сыворотка, дисциплинирующая волосы. Такой вот классный спрей, это типа как водичка, она наносится, увлажняет, очень круто пахнет. Так, я хочу это все протестировать. Я сейчас сделаю 5 хвостиков на голове, и каждую буду наносить, выравнивать утюжком, и по итогу мы посмотрим, какой из этих продуктов дисциплинирует мои кучерявые волосы. Строители напротив в окна заглядывают, думают, боже, что она вот это делает под тем окном? Ой-ой-ой! Боже, 29 лет, Юля, что ты робишь? Парное колье я сегодня купила. Это фирма... Ау, я сейчас вам напишу, что это за фирма, потому что я не могу ее выговорить. В общем, у нас есть магазин снизу там, называется Зебра стоковый. Там есть Зара, Пуленбер, Бершка, в общем, все такое крутое. Там сегодня прикупила себе такие... офигительные ожерелья пауки. Она говорит, на него все смотрят, но никто не решался купить. Я говорю, ну эх, да чтобы такой женщине, как я, нужно все большое, понимаете? Один камушек вот здесь, это не про меня. Vitex, разглаживающая сыворотка, бразильский кератин. Она скользкая такая, липковатая. Запах какого-то силикона. А душек никаких нет, вот именно запах какого-то типа силикона. Кстати, говорят, что кончики нельзя равнять больше 4 раз, то есть да, приблизительно 10 раз вы можете сверху, но всего 4 раза можно снизу, чтобы не обламывались кончики. А Avon термозащита. Равняем. Биолита. Такое, как сыворотка. Запах какой-то кисловатый. Не очень приятно, если честно. Эйвонский пахнет Эйвоном. Эйвонский пахнет Эйвоном, а этот пахнет... кстати, вот этот Vitex кератин меньше запах. Он такой более какой-то нейтральный. А этот такой прям силиконом через резиной. Ну что, равняем. Приветик летит Кристине Малощук в город Черновцы. Девочки, она очень крутой визажист. Кто в Черновцах, все обязательно приходите к ней на макияж. Ревивор, это вниз, я уже буду сюда. Это не предназначено для именно термической обработки, это как защита для волос, увлажнение, питание и все тому подобное. Но я решила, если я уже сегодня делаю такое видео, то попробуем и с такими средствами поравнять волосы. Думаю, хуже им от этого явно не станет, согласитесь. Как он классно пахнет. Это прикольная штука. Запах обалденный. Последний хвостик, последнее средство. Это также Биолита Гидроэффект. Также он наносится на, типа, на влажные волосы. После... Ой. Этот еще лучше пахнет. Они пахнут свежестью, знаете, вот так вот помылись чисто мылом, таким не дав, а каким-то палм или вот таким оливковым, типа очень приятный. Ну что, равняем. Таких вот сывороток, которые предназначены именно для выпрямления волос. Приятные, запаха абсолютно никакого нету, но они чуть-чуть липковатые, то есть утюжок липнет, когда проводите, он прилипает. Касаемо вот таких вот водичек, которые просто наносятся, мне кажется, они намного лучше. Во-первых, здесь приятнейший запах. Там, мне кажется, блестят здесь больше, чем здесь. То есть, все-таки по истечению этого видео я всем могу порекомендовать. Конечно же, покупать вот такие вот штуки. Это продается в Украине, в Белоруссии, в России. Очень классные. Сейчас я вам еще раз покажу. Просто супер. Мне очень нравится. Кстати, хочу сделать себе ботокс для волос, но в домашних условиях. То есть не хочу идти к какому-то мастеру, хочу сделать это сама. Потому что он, в принципе, по сути, сильно не отличается от кератина. Кератин пока боюсь сделать, как вы в прошлый раз помните. Поэтому, если вы знаете, посоветуйте мне какую-то марку ботокса, которую я могу сделать дома и приобрести. Всех очень сильно люблю, целую. Пока!